вышел в свет новый номер журнала «Канон News». Его можно взять совершенно бесплатно в точках распространения на северо-западе США. Постепенно он будет пересылаться почти во все штаты, но его можно читать всем желающим и за пределами Америки в электронном виде. На нашем сайте canonus.com вы можете свободно перейти к так называемой листалке, развернуть вид журнала на весь экран вашего телефона или компьютера и погрузиться в традиционное чтение. Если вы хотите распространять печатный глянцевый журнал в вашей церкви или магазине, свяжитесь с нами по электронной почте magazine@canonus.com и сообщите, сколько экземпляров необходимо для вашей церкви или славянского магазина. Бодрствования, благословения и Божьего мира вам!